Всем привет! К сожалению, Воронеж снова накрыло бушующим ливнем. Запасайтесь зонтиками, потому что прогноз на ближайшие выходные вас не порадует. В субботу до самого вечера задержатся облака, возможно, пойдет дождь. Днем столбик термометра покажет плюс 29 градусов, ночью плюс 19. В воскресенье весь день будет идти сильный дождь. Днем плюс 26 градусов, а ночью плюс 18. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.